заходите в Opera, в расширение, нажимаете «Выбрать расширение». И выбираете вот это расширение, называется AdBlock. Нажимаете «Добавить расширение Opera». Вот оно, добавилось. Нажимаете «Установить». И смотрите, вот тут, где у меня прогноз погоды, там все, появился значок AdBlock. Вернее, AdBlock. Так, смотрите. В YouTube, вот на этой страничке, данное расширение может функционировать. Поэтому оно отображено вот таким красным цветом. Вот здесь оно не может функционировать. Видите, расширение отображается вот таким сереньким цветом. То есть здесь оно ничего не может блокировать. Где может блокировать, оно красненьким цветом. Теперь смотрите, обновляем. Вуаля, вся реклама пропала. То есть ни всплывающей рекламы нет. Ни здесь никакой рекламы нет. Вы зашли и можете просматривать ролики, и вам не будет вылазить никакая реклама. Потому что расширение AdBlock за вас все посмотрит. Это, конечно, шутка. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. При желании ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жду вас в гости в следующий раз. Пока!